И снова о наших друзьях. На этот раз я хочу порекомендовать канал «Хвост четыре лапы». Олечка, привет! Мы этот канал любим смотреть с девчонками. Ну, Миш тоже иногда смотрит. Ему интересно. Вот Боня. Редко смотрит, но бывает. В основном Лера. Лера вообще фанатка. Она на телефоне просматривает. А я потом уже, когда у меня есть время, на компьютере смотрю. Так что, Оля, мы вам с двух аккаунтов просмотры делаем. В общем, Лера Боню обожает. Хоть она и злючка у вас. Ой. У нас тоже злючки есть. Мы вам там написали. Почитаете, кто у нас злючка. Кто любит животных и любит смотреть обзоры разные вот покупок, распаковочки канцелярских товаров, очень интересно рассказывают о животных, всегда с такой любовью. Тут все очень переживали о вороненке, которого подобрали. И сколько он у вас там пробыл-то? Мы что-то так не особо и считали, сколько у вас он жил. Недели две, наверное, точно. Вот. А так у них и живности, что мы помним? Мы помним Боню. Это собачка. Пиля. Это кот. И шиншиллы. Семья. Ну, вот к ним я как-то не так... Не с такой любовью, как коту и собаке. Шиншиллы для меня немножко экзотические. Я даже не знаю, животные они или грызуны, как их правильно называть. Может быть, они вблизи какие-то другие. В общем, я с ними не знакома. Кому интересно, подписывайтесь на канал «Хвост четыре лапы». Олечка, вам успехов!